Поправки в закон о предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан в Ненецком округе рассмотрели на заседании постоянной комиссии собрания депутатов по социальной политике. Законопроект предусматривает выделение отдельной площади для лиц, присматривающих за инвалидами. Законопроектом Ненецкого округа предполагается, что инвалидам первой группы, имеющим третью степень выраженности ограничений при предоставлении социального жилья, будет учитываться необходимость проживания с ними граждан, осуществляющими уход. В настоящий момент у нас есть гражданин, который нуждается, не может проживать самостоятельно, нуждается в уходе, но он стоит первым на очереди. Мы на рамках нашего закона обязаны предоставить ему жилье. Но есть угроза того, что в этом доме может произойти какие-то казусы, там он не может сам с газом самообращаться, он не может сам обращаться с водой нормально. То есть ему он самостоятельно, к сожалению, проживаться не может. Депутаты с предложением согласились и вынесли данный вопрос на предсессионный комитет для дальнейшего рассмотрения. Новая норма также ожидает медицинских работников, вновь принимаемых на работу. При предоставлении ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения будет учитываться их проживание на территории Ненецкого округа не менее 15 лет на срок не более 5 лет. То есть те, кто получает свою социальную льготу, за ними эта норма сохраняется в рамках того закона, который она будет, как они принимались на работу. А для новых работников будет действовать новая норма. В настоящее время такую выплату получают 126 медработников в лечебных учреждениях. Разработчики предполагают распространить действие закона с января текущего года. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, телеканал «Север».